В Омске прошли традиционные зимние игры компании «Газпромнефть», в которых приняли участие коллективы из России и Сербии. В начале марта у нас прошли зимние игры «Газпромнефть», в которых приняло участие 12 коллективов. Мы выступили в трех видах спорта – лыжи, настольный теннис и шахматы. Команда, в общем, выступила успешно. Самое высшее достижение у нас, лучшее достижение – это в настольном теннисе в личном зачете. Корнеев Константин занял второе место. Действительно, оператор по добыче нефти и газа Константин Корнеев уверенно дошел до финала, где вот уже шестой год подряд встретился со своим извечным соперником, представителем ПНПО. Увы, на этот раз тот оказался чуточку удачливее, но и серебряная медаль – очень неплохое достижение. Игры прошли, как и каждый год, на высоком уровне. Количество участников и уровень растет с каждым годом, люди занимаются. Выступил, думаю, удовлетворительно.